17 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район. Сначала глава государства посетил в парке имени Гейдара Алиева в районном центре памятник общенациональному лидеру, возложил к нему цветы. Глава исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхун Джафаров проинформировал президента Ильхама Алиева о работе по благоустройству, проведенной в парке, носящем имя великого лидера. Было сообщено, что в парке заново построен фонтан, здесь установлены скамейки, проведена работа по озеленению. В парке созданы все условия для содержательного отдыха как жителей района, так и гостей.